Меня зовут Акбаш Игорь, я являюсь руководителем компании Doxancom. Мы занимаемся молочным животноводством. Сейчас мы находимся на полях, на наших полях, которые находятся в Тамае, где мы выращиваем сорго от компании Лидея. Мы решили поменять немножко наш севооборот, так как кукуруза у нас в регионе слабо растет, дает слабые урожаи и не то качество продукции. И мы решили попробовать такую культуру, как сорго. Компания Лидея, дистрибьюторы их, они имели в каталоге такую продукцию. Я не сомневался и не искал больше другую продукцию. В свете последних событий, климатических условий, которые складываются у нас на юге, кукуруза у нас не получается из-за высоких температур и малого количества осадков. На площадях данной компании с начала года выпало около 100 мм осадков. То есть это однозначно говорит о том, что получение полноценного урожая кукурузы – это недостаточно. Культура альтернативная, как сорго, даже в эту жару, которую мы наблюдали на прошлой неделе, в 40-градусную жару, она нашла в себе силы сформировать метелочку. То есть урожай на какой-то мы все равно рассчитываем. Мы попробовали лет 5 назад посеять первый раз сорго. Нам понравилось. Да, мы были удивлены урожайностью, засухоустойчивостью по сравнению с кукурузой. И потихоньку вот начали заниматься этой культурой. На сегодняшний день я имею в севообороте около 300 гектар сорго. Из 2000, которые мы работаем, это около 15% севооборота составляет у нас сорго. Гибриды от Лидея дают урожай, какой бы ни был год. Если год средний или влажный, то это результат еще больше. Но конкретно в данном случае уже второй год у нас идет страшная засуха. Все равно гибриды дают то ли зеленую массу, то ли зерно. Однозначно рекомендую гибриды от Лидея, так как они на голову выше других производителей, дают хорошие урожаи. Неважно, какие года, засушливые или влажные, каждый год достойный урожай дают.